Доброе утро. Проснулись мы. Бегом на балкон я пошла. Думаю, открою уже быстренько. Свежий воздух. Слушайте, открыла такая вонь. И я бегом закрыла. Все закрыла. Так воняет газом. Что это такое? Полазила в интернете, ничего не нашла. Почему так воняет? Я бегом все позакрывала. И все. Что баррикады мы не разбираем. Посылка так и стоит неотправленная, видите? Я собрала посылку, но не отправила. Моя защита, этот, вместо скотча. А скотч на окна прилепила первые два. Ну, посмотрим, что оно будет дальше. Что, идемте, как всегда, на кухню. Не знаю, что-то хочется хорошенького. А что? Хочу оладушка толстого такого, знаете, как в этом давали раньше в столовой. 5 копеек стоили оладьи, 9 копеек с повидлом. Вот хочу такого оладья. Ну, я не знаю, я не пекарь такой, чтобы этот у меня получилось идеально. Ну, хочу попробовать. Сейчас попробуем его замесить. Так, что у нас здесь? Посуду надо помыть. Никто не мыл. Цветочки мои стоят. Вот мои астрочки. Видите, астрочки мои. Хочу, чтобы вы и меня видели. И что-то с вами будем делать. Что мне добавить, наверное, света, да, вам? Сейчас я вот так добавлю. О, повеселее. Так, это тоже мыть. Баночек уже насобирала много. Все дело за огурцами и помидорами. В этом году, не знаю, надо делать консервацию, потому что ничего нас хорошего не ждет. Хорошего ничего не ждет. Так. Смотрите, я пробовала эту ореховую пасту. Мне понравилась, очень вкусная ореховая паста. Такая у нее консистенция реально, как она чем-то похожа на авокадо. Мне нравится. Такой немножко приторный вкус, но мне нравится. Вот наподобие авокадо, только со вкусом арахиса. Мне так нравится от нее. Так, что я хотела? Я хотела сделать оладушек. Хоть немножко. Я не хочу на дрожжах. У меня дрожжи есть. Одно яйцо. Видно. Оладушки, сахарка надо добавить. Знаете, что я вчера услышала? Что хотят сделать голубые тюльпаны. Посадили там в столице у нас желтые тюльпаны, а голубые не могут сделать, потому что нет ДНК у тюльпана этого цвета. Потом у меня спрашивали в нашей стране, страна У, кто там спрашивал, в стране пенсия при всех пунктах реально в 65 лет. 63
Короче, там, если будет у тебя стаж, если будет у тебя страховой стаж, все, так что у многих этой пенсии не будет, будет пособие. Плюс, так, что я убросила? Угу, надо кефирчика. Кефирчика надо подлить. Так что с пенсией все очень сложно. Если будут все-все-все там пункты соблюдены. Ну, а сейчас вы видите такое положение. Мне кажется, все опять поменяется. Ничего ты не узнаешь, но все равно будет она... Все равно будет она накопительная. Так, еще что ли повзбивать? Кефирчику подольем. И сделаем несколько штук оладушков. Потому что много кушать нельзя. Много нельзя. Соды бросим на глазочек. Знаю, может капельку уксуса влить. Все, хватит. Это так, я чтоб неправильно сделала. Надо было ложки гасить, а я... Так, с мука. Раз. Раз, и все, раз. Так, на глаз, все на глаз, не знаю сколько. На глаз муку на место. Сделаем такую. Коробочку закрыли свою. Вот так. Водички придется добавлять, потому что густовато. Хочется мне такие оладушки, чтобы были пышные. Ну, наверное, надо дать им постоять, чтобы они порастворились. Как раньше говорили, как густая сметана. Да. Вот мы и сделали густую сметану. Пусть постоит. А потом...
немножко жарим его. Все, готово дело. Замесили. Замесили. Но надо дать ему постоять. Сегодня праздник. Всех с праздником. Трудящихся, кто не трудится в данный момент, найти работу по душе. Я думаю, что скоро работы будет, завались. Для восстановления страны. Все, замесили. Пускай немножко постоит. И буду печь. Вот такое дело. Пока можно покушать пасту. Я не знаю, на хлеб я ее точно не ела с хлебом. На хлеб я бы ее не мазала. Я так немножко вот покушаю, да и все. Прикольно. Прикольная она, прикольная. Ну и сытная. Ее много не съешь. Вот такие дела. Все, пока.